Ча-ча-ча. Вы находитесь на канале Pizza Games. И мы продолжаем. Продолжаем прохождение сюжетной части Raft. Ну что ж, пойдем обратно на остров. Да, на обледенел этот остров и посмотрим вообще, что там творится. Что мы там можем сделать? Или не можем сделать. Так, где-то у нас здесь наш. Мотоцикл есть. Так, ну-ка давай-ка остров-то исследуем, да? То мы толком-то не проехались по нему даже. Что у нас здесь есть? Это что такое? Так. Нет, погоди. Другой спуск какой-то. Да, другой спуск. Ну, в принципе, все то же самое. Ну что, попробуем пробежать. Он очень большой, да. Но забежать могу максимум на пол хп, даже меньше. Вот примерно где сейчас столько. Как только до этого хп добегаю, мне нужно будет сразу убегать оттуда. О. Ты меня потрепал, конечно, хпшечку. Здесь разница такой. Слушай, ну давай попробуем. Сейчас залечиваем полностью. И попробуем. Посмотреть, сколько мы сможем пройтись. Нужно максимально быстро, да? А все, тут больше ничего нет. Так, выходим, подлечиваемся и заново заходим. Я думаю, все можно облутать. Тогда мне нужно будет еще вернуться туда. Возможно, в этой вещи где-то еще и паяльничек есть. Да, пока мы только знаем одно место, где нам нужен паяльник. Что там дальше, понятия не имею, но для начала нужен паяльник. Которого пока еще у нас не особо-то и есть. Так, ну, побежали. Ой.
Хорошо. Слушай, ну три титана. Но ничего по сюжетке мы там не нашли. Это ветер, да, показывает маяки? Так, ну давай сейчас еще раз забежим. Посмотрим, но уже нужно осторожно, потому что у меня лечения нет. Металлолом нам не нужен, это не надо. Есть. Выжили. Слушай, ну там типа проход есть, но его типа нет. Поэтому едем дальше. Закрыть чем-то. Так, там уже спуск к воде, который нам не нужен. Так, здесь еще один катамаран. Ну, не катамаран, а здесь провода можно получить. Хорошо. Вообще, конечно, рискованная затея была, с учетом, что я хп недавно совсем потерял. Причем нормально хп потерял. Но главное справились. Главное справились. Поэтому мы молодцы. Окей, провода еще есть. Едем дальше тогда, осматривай, что тут еще есть. Так, вот та башня, мы ее... не залутали, там мишка есть. Возможно, нам провода еще понадобятся. Сломали и получили ачивочку убийства 10 медведей. Так, стрелы у нас есть, но толку от них, как сказала, молока. Так, итого у нас еще есть 5 проводов, скорее всего они лишние. Но давай посмотрим. Еще антенна. Она уже залутанная, знаешь, мы там были. Так.
вот сюда. Здесь мы, кажется, еще не были. Все, мы свалились. И здесь я тоже не катался по такому краю. Ну куда-нибудь. Давай, 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 как-нибудь выйди, выйди, выйди куда-нибудь. Давай, 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 давай. Нет, да? Застрял окончательно. Так, а я здесь куда-нибудь поднимусь? Не, никуда не поднимусь. Значит, придется идти по льду. До ближайшего подъема, а там уже, конечно же, будет какой-нибудь другой. Снегоход. Ну идем. Надо ХП и водичку восстановить. Что, может, я могу здесь подняться? Чуть объясним, что я снегоход сразу не найду. Нет, нельзя. Ну ладненько. Я думаю, так прорвемся. Ну, к лодке я к своей навряд ли выйду, я думаю. Но я бы, по идее, бы зелье бы взял бы. Так, вот здесь какой-то есть вход. Так, ну я здесь явно бывал, потому что антенна уже, смотрю, выключена. Включаем с обоих сторон. Мое подозрение, но кажется, здесь тот самый городок, который мы запитывали. Так, ну стоянка снегохода хотя бы есть. Уже хорошо. Да. Так, ну пойдем к сиянию тогда.
есть там еще и буря началась. А, ну все, понятно. Так. Там точно нужно паяльник? Паяльная лампа. Да, кстати. Получается, я отсюда же приехал, да? А, там вот, может быть, в той пещерке, куда мы не залазили, может быть, там что-то сложно. Вот здесь, да? Да, вот здесь это место. Скорее всего, где-то вот там, если там что-то и есть. Ну что ж, с Богом. Попробуем прорваться и посмотреть. Понятно, не сюда. Так, там пластика километр. Больше ничего не видел. Но провода, скорее всего, просто с запасом были. Так, где-то показал нам с Гендри заброшенную иглу. Кажется, он поколдовал с проводами, чтобы их отпереть. Но большую иглу до сих пор... А, но большую иглу до сих пор закрыта. Где-то познакомил меня с неким Рубеном, он был ранен. Похож на следы медвежьих лап, так что я помог обработать раны. Точно так же Астрид лечила меня. Это сестренка. Но это... Блин, вот она. Капец. Рукожоп, слушай, ну... Погоди, а я вообще... Я здесь сколько раз проходил и не видел ее ни разу. И сейчас просто на рандоме. Читая записку. Жесть. Ну все, теперь у нас есть паяльная лампа. Все-таки это моё, моя невнимательность, да, мое туннельное зрение, которое ни черта не видит у себя под носом. А значит, мы сейчас пойдем дальше. Уже аж два сюда заехал. Надеюсь, ключа здесь не нужно. А где ключ от вселенной взять? Так. Очень весело. Так, что-то я, значит, еще пропустил. Так, туда мне не нужно. Может, в большой игле тоже где-то? А ну-ка-ська. Ну, вариантов особых нету. У меня только вот эта локация была здесь. Либо локация, где я провалился.
Может быть, там еще где-то я ключ пропустил. Так, здесь не вижу. Но навряд ли они все бы сложили в одном месте, да? Это очень глупо. Значит, мне нужно найти ту штуку. Как она выглядела? И в какой стороне ее искать? Ну, значит, поедем по острову. Ай-яй-яй-яй. Надеюсь, в уши не сильно ударило. Поедем сейчас, значит, по острову. Сначала здесь забежим еще раз. Так, хорошо. Ну, ресурсиков нашли. Нет, ключ от сирены мы там не нашли. Ну, кстати, я туда еще вернусь. Было бы, как это называется, так, а где у нас штукенция? Это подзорная эта была. Погоди, а что это за место там такое? Ух ты! Ничего себе! Это интересно было придумано. Нормуль, нормуль. Так. Выход на лед мне не нужен. Так, значит, в той части острова где-то, видимо. Так, вот сюда и вот сюда. Это выход на море. Мне не нужен выход на море. Ага, все, вот. Пойдем посмотрим, но здесь нельзя, кажется, подняться отсюда, да? Только через низ.
Блин, надо было открыть с той стороны. Ну что ж. Ныряем. Плывем. Там один только иглобрюх остался. Которого мы не трогали. Или не иглобрюх, я не знаю, как он называется. А почему, кстати, я его иглобрюх называю? Иглобрюх это желтый, кажется. Так, ну давай здесь посмотрим. Ключ от Селены. Вот она, дверь. Да. Давай поищем и посмотрим. Все, внимательно осматривай. Видимо, у меня там еще код какой-то есть. Не сюда ли он случаем? Здесь ничего не вижу. Опа. Погоди-ка. Один, два, три, четыре. Вот он, где будет, да, в ключ, судя по всему. Жесть. Это просто звезды. Да? Слушай, а где я мог это видеть? Смотри, погоди. Сегу. Генри. Жишак. Анчо. Это типа якорь, да? 8 написано. The Spear. Стрела 2. Не совсем понимаю пока, мисс.
Скорее всего, здесь нужна разъяснительная бригада. Слушай, по подсказкам моих, вот это, да? Так, а где я могу это видеть? Что я нигде не обращал внимания. Может быть, это в городке, где все палатки, и там какие-то лоши были подписаны. Я это, кстати, здесь все подобрал. Я в последний раз, когда мы проходили с цифрами. Да, это номера домов были в городе. Я уже потерял веранду, но тебя, Генри, я не потеряю. Мы вместе шли на сигнал с Юга. Я знаю, он от моей сестры. Никаких сомнений. Генри настроен скептически. Я больше боюсь того, что там есть снежные бури. И направо. Да, все верно. Упс. Так, ну-ка давай-ка пошаримся по домам и посмотрим. Посравниваем наши рисунки. Возможно, это все связано как раз таки. Так, ну здесь ничего вообще нету. Пластик, конечно, хорошо. Бетончики тоже. Но тут не вижу ничего. Что было бы хотя бы удаленно. Похоже на разгадку. Очень интересно. Так, целебную мазь нашли. Уже, конечно, хорошо. Но не особо помогает. И здесь ничего. Опять же, остается только надежда на последний. Нет. Ну и здесь тоже я ничего не наблюдаю. Как вариант. Как вариант. Скорее всего, я занимаюсь сейчас дичайшей вообще фигней. Но попробовать нужно. Вариант посмотреть вот здесь. Так, отсюда ничего не вижу такого. Так. А,
Господи, я здесь все забрал. Окей. Кстати, а вот здесь дверь еще открыта, да? Я там только не был. Сейчас круг тогда сделаю, но пока ничего не увидел. Значит, все в обсерватории. Все ответы в обсерватории должны быть. Да. Все. Выбегаем. Все, выжили. Выжили. Так, ну что ж. Не, здесь я тоже ничего не нашел. Я не увидел. Значит, все там. Все там, все перед нашими глазами. Единственное, что нужно сообразить, как. Четыре цифры. Слушай, а может по количеству звезд? О, счет никуда. По количеству звезд созвездий, может быть. Так, то здесь. Вот здесь. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Я не знаю только, правда, какие созвездия отвечают, но можно посчитать просто цифры. И уже потом их подлатать. Вот, смотри, на якоре 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 звезд. На этой две звезды. Только я не пойму, птица как связана. Погоди, бёрд. Шарк это, наверное, с этой. Раз, два, три, четыре. Погоди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 звезд. То есть первая цифра 7. Второе у нас. А, это и есть этот Брюс. Я так понимаю. 3. 7, 3. Следующий крюк. 8. Семь, три, восемь, два. Семь, три, восемь, два. Нет. Семь, три. Thank you.
Смотри, это как плод. 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Но по этому описанию, конечно, и так можно. Ага, крюк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь шесть. Пёрт. Птица. Семь. Три. Шесть. И четыре. Погоди. Три, четыре, пять, шесть. Но крюк точно 6. Лодка 4. Ага, это якорь. Это что у нас? Четыре, пять, шесть, семь. Семь. Слушай, ну-ка давай-ка так. Семь, девять, шесть, четыре. Шесть, четыре. Семь, один. Один. Так, давай так, семь. 9, 6, 4. Посмотрим, может быть ошибка именно в этой. 7, 8, 6, 4. 7, 7, 6, 4. Окей. 7, 5, 6, 4. 7, 4, 6, 4. 7. 3, 6, 4, 7, 2, 6, 4. Так. Слушай, ну плод я нашел, да? Вот он, плод. Правильно же. Вот, он прям так прорисован. Хорошо. Это якорь. Нам не интересен. Ты тоже нам не интересен. Это ни на что не похоже. Не, я же разгадаю все оно. Это птичка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Все, птица точно 7. Акуленок это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крюк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тогда не знаю, что я неправильно. Так. 7 птица, 9 акула, 6 этот и 4. Семь, девять. То есть 4. Ошибка. Семь, три, девять, шесть, восемь, семь, три, шесть, семь, три, шесть, пять, нет, то еще лево, семь, три, шесть, пять. 7, 3, 6, 4. 7, 3, 6, 2. Цифры не повторяются. 3, 6, 1. Ничего не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ну точно шесть. Там наконечник шестой. Что, может быть, они все одним цветом выделены? Это что может быть? Пять звезд. Ну, птица. Это акула. Шарк. 3. Но нам акула не нужна. Вот птица. Все, волк, чайка. Погоди, нам нужна не чайка, нам нужна индейка. Это явно вот этот. 9. Плод, кстати, красный почему-то. Но это плод, то есть он прям парус развивается. Получается, что у меня индейки нет. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, девять.
7, 9. Нет, не 8. Слушай, ну давай. Если мы возьмем, что 9, 6, 4, тогда начнем. 1, 9, 6, 4. 8 мы пробовали, да? 7, 9, 6, 4. Пробовали. 6 нет смысла. 5. 5. 9, 6, 4. Подожди. 5. 5. 9, 6, 4. Ключ от Селены. Да. 5. Но почему 5 на птице? На каком рисунке было 5? Вот это. Жесть. Главное, мы его открыли. А значит, в следующей серии мы будем открывать как он там? Ключ от Вселенной. Вселенную. Будем открывать Вселенную и смотреть, что там вообще творится. Сейчас, значит, мы накушаемся вдоволь. Напьемся вдоволь и поедем туда. Благо, место это видно с любой точки карты. Поэтому я думаю, не заблудимся. Но мы, правда, прям на самом краю, поэтому нам еще нужно будет выехать. Нужны нам точки. Все, я даже уже знаю, куда ехать. Нам просто нужно выехать сюда и подняться наверх. Все, мы уже на точке. Аж 4 сюда пригнал. Жесть. Ну что ж, включаем. Здесь нас сразу здесь не ваншотнут. Улучшенный постоянный якорь. Ага. Вот, вот он какой якорь, который как раз таки можно с двигателя запускать. Еще инвентарь полный. Давай, наверное, мы на лодку. На плот на наш смотаемся. Наверное, да, надо на плот. Во-первых, воду бы набрать. Кстати, да, мне кажется, я не туда поехал, что нам ближе будет на плот. И откуда-то отсюда. Нет, здесь далековато. Так, я же вынырну теперь. Опа.
Ой, аккуратно, только здесь надо. Да, я уже один здесь оставил. Сильно вот страшно разгоняться. Серьезно? Снежку ты это должен выйти. Ну, ёшкин кот. Где мы? Катер. Катер, катер, пароход. Вот оно. Все, и так сгодится. Уф. Вот мои дома. Класс. Так, ну пойдем быстренько, значит, можно изучим. А что нельзя, постараемся раскидать максимально, чтобы нам это не мешало. О, 70, аж 7 единиц с титаном. Ну, пусть бокамись будет здесь, что мне с ним делать? О, цыпленка надо оставить. Я вот это хотел выкинуть. Так, опа, инструментик, кстати, к нам приплыл. А кожа у нас, смотри, сколько уже. Хорошо. Так, у нас еще и пожарится. Это мы оставляем. Веревка нам не нужна. Веревка нам не нужна. Это мы скушаем. Это мы сложим. Мясо запасное пусть будет. Есть бутылка полная? Нету. Понял. Тогда мы парочку наполним. Рецептик сюда. Тогда 3 наполняем и будем стартовать уже. Ну, стартовать будем на следующей серии уже. Так как уже и так затянули больше, чем нужно было. В общем, огромное всем спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, подписку.
Ну, а мы продолжим уже совсем-совсем скоро. До скорой встречи. Чао-чао-чао.